этом видео мы рассмотрим процесс создания отчета Pixel Perfect в InPrinting. Основное преимущество Pixel Perfect в том, что тут можно расположить объекты или отформатировать их размер с точностью до пикселя. Для начала мы заходим в Report, создаем новый отчет, выбираем формат Pixel Perfect, выбираем приложение, которое мы предварительно подключили, как в предыдущих видео. Далее мы выберем empty файл как шаблон, но если нужно, то есть возможность загрузить заранее сформированный шаблон. Нажимаем Create. Далее переходим в Edit Template, чтобы отредактировать шаблон. У нас открылся InPrinting Designer. Для начала мы отрегулируем общие настройки страницы, которые будут применены ко всему отчету Pixel Perfect. Это можно сделать в любой момент форматирования шаблона, но для удобства это лучше сделать сразу. Таким образом, нужно нажать на треугольник в верхнем левом углу. И в Measure Units выбрать Tens of Millimeter. Следующее, что нужно сделать, это отрегулировать настройки страницы в левом нижнем углу. Выбираем формат А4. Далее изменим размер полей. Он меняется вот тут. У нас поменялись размеры полей. Далее добавим содержимое в наш отчет. Мы перетаскиваем лейбл. Растягиваем его на всю строку. Также в настройках внизу можно изменить высоту заголовка. Далее дадим название нашему отчету. Здесь же можно поменять шрифт, размер. Жирность. Также поменяем цвет. Можно выбрать из тех, которые предложены, можно задать свой цвет. Чтобы задать свой цвет, вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши в любое свободное окошко. И здесь можно прописать данные. Добавим этот цвет, сохраним его. Далее расположим наш заголовок посередине. Для этого нужно Layout. Text Alignment. Можно добавить подзаголовок.
таким же образом его отформатировать. Можно вот добавить цвет, который мы уже до этого задали вручную.